Привет, с вами снова Илкин, снова я рассказываю про дополнительные возможности AMSRM. В этот раз я расскажу про виджет, который мы создали для группировки скрытия полей, то бишь с помощью виджета меняется интерфейс AMSRM. Это довольно актуально для тех компаний, когда уже больше 10 дополнительных полей, и это может мешать работе менеджера, и лучше их как-то эти поля группировать и скрывать. Есть похожее решение у наших коллег, видео будет в описании. Собственно, как это работает, при нажатии раскрываются поля, при нажатии обратном раскрываются. Самый сок, то что вы сами это настраиваете, да? Нам нужно всего лишь установить виджет. И как это настраивается, очень довольно легко. Перейдем в настройки, поля. Вам нужно добавить поле, где будет separate, вот такое вот значение, separator, дальше разделитель, количество полей, разделитель и название вот этого поля, которое будет разделять. Вот, к примеру, квалификация, одно поле. Вот сейчас мы посмотрим, квалификация, одно поле. Если мы ниже спустимся, вот, separator, 12, трафик, да? Трафик, 12 полей, как мы видим. Это очень удобно, но повторюсь, опять же, когда у вас примерно больше хотя бы 10 полей. Да? Нет смысла там, когда у вас 2-3 поля добавочные. И, собственно, вот многие говорили, хочу добавить сущность дополнительно в AMSRM, вот чтобы оно было раздельно от контактов. Вот, частично проблему можно решить с помощью группировки и скрытия полей. Это довольно сильно помогает. Уже мы уже внедряли многим клиентам, у кого-то там вообще по 50 дополнительных полей, и сразу же это показалось на эффективность работы в AMSRM. На этом все. Если вам нужно будет решение, оставляйте заявку, мы обязательно вам его поставим. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.